Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора Госавтонадзора. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в период с 8 апреля 2008 года до декабря 2016 начальник УГАДН фактически управлял подконтрольной коммерческой организацией, которая занималась перевозками пассажиров. Через доверенных лиц злоумышленник заключал сделки, распределял прибыль и в целом руководил деятельностью фирмы. При этом инспектор, используя свое служебное положение, способствовал продвижению интересов предприятия. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и прокуратуры Ивановской области. Дома и на работе у подозреваемого проведены обыски. Расследования продолжаются.